Пенсионер Галымжан Сабиров решил получить пенсию в числе первых. Правда, мужчина не учел важного. Рабочая неделя Нового года началась 4 января. А значит, и пенсии начнут выдавать не раньше обеда. О том, что пенсии выросли, Галымжан Сабиров уже знает. Работающий пенсионер знает и о том, что повышение произойдет в два этапа. Президент громко сказал, на 20, одушевленно таким, чтобы обрадовать людей. Ну, потом в конце я понял, что пенсия пособие поднимает и суили месяц. А многие спорили, что 20%. Нет, говорю, там будет суили месяц. Вот такое вот дело. Размер солидарной пенсии с 1 января повысился на 9%, а с 1 июля вырастет еще на 11%. Если, к примеру, ранее размер солидарной пенсии составлял 40 тысяч тенге, то с Нового года он составит 43 600 тенге, а с 1 июля 48 396 тенге. Выплаты граждане смогут получить, как и раньше, в банках второго уровня. Размер базовой, или иначе говоря, минимальной пенсии в новом году превысит 46 тысяч тенге. Повышение пенсии и соцпособия – это не только хорошая поддержка для семейного бюджета, но и гарант стабильности экономики страны. С 1 января также повысился размер единовременного государственного пособия по рождению ребенка на 7%. А с 1 июля еще на 20%. Если в этом году за рождение первого, второго и третьего малыша государство выплачивало 66 621 тенге, то теперь эта сумма составит более 86 тысяч. За появление четвертого или, например, пятого ребенка будут выплачивать 142 тысячи вместо 111 тысяч. Размер ежемесячного пособия для детей до года также возрастет на 7%. Кроме того, повышение государственных социальных пособий по инвалидности по случаю потери кормильца, по возрасту, государственных пособий лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда и детских пособий, а также пособий многодетным матерям и родителям, опекунам и попечителям предусмотрено с учетом изменения размера месячного расчетного показателя и прожиточного минимума. В 2017 году месячный расчетный показатель равен 2269 тенге. Прожиточный минимум 24 459 тенге. Спецпособие инвалидам и участникам ВОВ составят 36 304 тенге. Это 16 месячных расчетных показателей. Вдовам воинов, погибших в годы войны, 10 166 тенге. Женам инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и не вступившим в повторный брак, положено 5 809 тенге.